Здравствуйте, меня зовут Акимов Антон. Я являюсь руководителем компании Intel Home. Мы занимаемся электромонтажными работами в квартирах, в частных домах, а также производственных площадках города Тольятти и пригорода. Мы работаем с 2015 года, и за это время мы успели столкнуться с различными проблемами, начиная от ограничения бюджета и отсутствия проекта до переделания работы с недобросовестными подрядчиками, и каждый раз находили оптимальное решение для клиента. Благодаря этому опыту в нашей компании появился проектировщик, который разрабатывает индивидуальный проект и согласовывает его с клиентом. Нашими заказчиками являются частные лица и строительные компании. Среди наших завершенных проектов есть квартиры в жилых комплексах, Прелесе, Лесная Слобода, Гринвуд, Южный Бульвар, частные дома в Остепках и Ягодном, а также коммерческий объект, детский сад в жилом комплексе Березовка и мебельное производство на территории экономической зоны АвтоВАЗа. Нам важно, что показателем нашей работы является довольный клиент, который возвращается к нам вновь. Накопленный опыт, сплоченная команда, а также наличие профессионального инструмента позволяют нам выполнить любой объем работы в установленные сроки и с фиксированным бюджетом. Мой личный опыт работы в таких компаниях, как МРСК «Волги» и «Жигулевская ГЭС», позволяет нести персональную ответственность за ваш объект. Мы будем рады, если вы оставите заявку на сайте, и я лично перезвоню вам для бесплатной консультации.